Експериментуй разом з Taft. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Это вызов дополнительный для каждого. Добрый вечер, Катя. Это был перформанс, это было действительно представление. Я не знаю, как тут оценивать отдельно песню, отдельно голос. Наверное, не нужно, потому что я бы оценила невероятный голос Армена Кастандяна. Да, о, это вообще отдельная история. Не знаю, что комментировать, потому что это как-то не вписывается вообще ни в какой формат. Катя, це як білий тигр, знаєте? Вони рідкісні. Чого лукавить? Хотілося вас увидеть немножко все-таки... Я думав, тренер вас немножко поламает и выставит в каком-то другом, совершенно для вас, наверное, будет поразительном виде и удивительном. Смотри, если, например, мы видим Юлю Запорожец, которая ищет себя, то Катя все нашла. Все нашла. И для Тины была очень важная задача ничего не испортить, а дополнить. Мне кажется, Катя не просто там была на сцене и зараз продолжает быть. Вона повертається, це важче. Це так, як здобути довіру по-новому. Конечно, волшебница. Ты, конечно, что-то такое магическим обладаешь. Ты вообще отдельный такой, отдельный персонаж. Я вообще не понимаю. Я тоже не понимаю, как можно себя куда-то садить и что-то делать. Мне кажется, что ты уже выиграла все, а только тем, что ты вернулась и здесь подарила нам три таких перформанса. Я когда это первое место? Это по первое, або взагалі піти. Да, все или ничего. Дякую, Катя, за виступ. Дякую за твій всесвіт тут на цій сцені. Бути такою гострою, як ти сьогодні була тут на сцені, тобі вдавалось не так просто. Ми потрошечки маленькими кроками йдемо вперед і творимо нову історію Каті Чілі. Мені важливо піти. Поки я знаю, що це єдине, що я знаю. Хочу тебе запросити до стільця. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».